Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 6 класса из учебника Коровиной, раздел «Произведения русских писателей 18 века. Иван Андреевич Крылов». Рубрика «Проверьте себя». Третий вопрос. Расскажите о том, как учился Крылов и какую роль сыграла мать в его образовании и воспитании. Как вы думаете, какие качества привила баснописцу мать и как они отразились на самообразовании Крылова? Давайте ответим. Начальные навыки письма и чтения Крылову привил отец, а мать внимательно следила за учебой сына. Сама учеба давалась Крылову легко, особенно нравилось баснописцу читать. Именно через чтение Крылов даже после смерти отца занимался самообразованием и самовоспитанием. Я думаю, что мать привила Крылову желание учиться, приучила к постоянным занятиям, что и дало возможность в дальнейшем постоянно заниматься самообразованием. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!